Роман, можно несколько вопросов? Какие-то впечатления уже о новом тренере? Можете поделиться впечатлениями? Ну, впечатления хорошие, как бы при трех поражениях, которые мы допустили в последнем матче. Сейчас вот с отпуска вышли с позитивными эмоциями, с хорошими, поэтому все как бы более-менее устаканилось сейчас и стараемся работать с хорошими эмоциями и настроением с хорошим, так что пока все нормально. Пока сложно какие-то отличия выделить по сравнению с предыдущими, с Краснодаром, с Маминовым? Ну, у каждого тренера своя схема, как бы, да, своя подготовка, поэтому здесь более технично, наверное, футбол будет. Больше акцент на держание мяча и на квадраты, поэтому сейчас мало времени прошло, так что будем знакомиться. И, ну, пока все устраивает, все нравится. Как человек он какой? Ну, какой, тяжело, конечно, что язык, да, немножко недопонимаем именно в этом плане. А так пока кажется уверенным в себе и достаточно таким, кажется, профессионалом. Так что, в принципе, здесь все профессионалы, так что, думаю, сработаемся. Как команда встретила тренера, как тренер встретил команду? Ну, встретили, как обычно, что не первый раз встречаем тренера, так что, тем более, иностранцы тоже. Естественно, с хорошими эмоциями. И ему, я надеюсь, все понравилось, и база, и клуб, так что... Нормально. Ну, я говорю, хорошее то, что, несмотря на неудачи, стараемся с положительными эмоциями выходить на тренировки и в жизни также. То, что... Поэтому... Неизвестный тренер на долгий срок пришел к вам? Не ко мне вопрос. На матч в воскресенье какие-то специфические задачи ставятся? Да, именно задачи, наверное, навряд ли. Мне кажется, все-таки более... просмотровая, наверное, игра будет. Все-таки тренер, наверное, хочет посмотреть нас в игре. Вот. Все-таки какую-то работу мы сейчас проделаем, так что какие-то, может быть, выводы сделает. Какие-то свои схемы, может быть, пытается наиграть, так что посмотрим. А сейчас серьезные какие-то изменения вот именно в плане схем по сравнению с тем, что было раньше? Ну, сейчас тяжело говорить. Именно такой игрового цикла не было, так что пока втягиваемся, так что, в принципе, тяжело пока сказать. Пока есть изменения, именно говорю то, что больше стало квадратных, акцент на держание.